Шансон года в Кремле. Именно здесь сегодня сошлись Москва и Питер. Вот так вот, да? Ну, давай, нажимай на иконку. Так. Место встречи изменить нельзя? Давай, нажимаем на иконку. Один так. Плюс один. На сцене Сергей Любавин и заслуженная артистка России Татьяна Буланова. Мой дорогой цветок, живешь с собой вдвоем и веришь, что любить пока еще не поздно. Тебе всегда тепло под питерским дождем, а я под золотым московским солнцем мерзну. Сойдутся Москва с Невой, нежной девочкой с севера. У твоей Москвы нет такой светлой нежности и тепла. А когда развели мосты, осень струны оборвала. И у диких твоих коней гривы ворона покрыла. И в час, когда шепчу во имя всех святых, в награду нам дано такое наказание. Я схожу с ума от нежных губ твоих, от женской красоты, горячего дыхания. Сойдутся Москва с Невой, нежной девочкой с севера. У моей Москвы нет такой светлой нежности и тепла. А когда развели мосты, осень струны оборвала. И у диких твоих коней гривы ворона покрыла. Мой дорогой цветок, живешь с собой вдвоем и веришь, что любить пока еще не поздно. И мне всегда тепло под питерским дождем, а ты под золотым московским солнцем мерзнешь. Сойдутся Москва с Невой, нежной девочкой с севера. У моей Москвы нет такой светлой нежности и тепла. А когда развели мосты, осень струны оборвала. И у диких твоих коней гривы ворона. Лауреаты премии «Шансон года 2011» Сергей Любавин и заслуженная артистка России Татьяна Буланова. Конечно, мы очень ждали и надеялись,